В Брянске следователем городского управления МВД направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на ювелирный магазин. Дерзкое преступление произошло в Бежецком районе областного центра в марте минувшего года. Двое неизвестных в масках с оружием ворвались в магазин, связали продавцов данного магазина и похитили имущество на общую сумму около 14 миллионов рублей. Была проведена большая следственная работа, а также большая работа розыска. Было проведено большое количество экспертиз, в том числе исследования ДНК, в результате которой было установлено лицо, совершившее данное преступление. Им оказался 30-летний гражданин Республики Армения. Данное лицо было задержано в Ростове-на-Дону, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из грабителей, тот самый человек в маске, оставил на месте происшествия резиновую перчатку. Проведенная полицейскими экспертиза ДНК помогла установить его личность и задержать. Задержанный гражданин свою вину в совершении данного преступления отрицал полностью, от дачи показаний отказывался. Однако в совокупности собранных в ходе предварительного следствия доказательств его вина была доказана полностью, часть похищенного была изъята и возвращена законному владельцу. В дальнейшем уголовное дело было направлено в суд, где находится в настоящее время для рассмотрения по существу. Виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Назвать имя соучастника налета задержанный отказался. Его поиски продолжаются.